В Казахстане уже 7 лет активно развивается социальное предпринимательство. Новый тренд появился и в Кызылорде. На республиканской конференции были обсуждены направления социального предпринимательства. В областном центре на сегодня свыше 20 социальных предпринимателей. Они заняты в разных сферах. Одно из них – общественное объединение «Ышкын». Оно обеспечивает работу людей с ограниченными возможностями. Основная миссия социальных предпринимателей – содействие решению социальных проблем бизнес-методами. Но основная суть социального предпринимательства сводится к тому, что граждане общества начинают инициировать собственные социально ориентированные проекты, которые могут решать или помогать нашему обществу. К примеру, допустим, вопрос занятости, трудоустройства социально уязвимых, либо экологические проекты, образовательные проекты. И в основном граждане общества инициируют их по своей мотивации, особо даже сильно не надеясь на государственную поддержку. Поэтому этот тренд очень сильно начинает развиваться в Казахстане. А бизнесу это невыгодно. И тогда делают все эти решают вопросы социальные предприниматели. И при этом они будут опираться на все сразу. То есть они могут на гранты, на государственные дотации опираться, могут они опираться на благотворительность, на бизнес, на рынок, на волонтерство, на партнерские связи. То есть вроде изначально они будут находиться в невыгодных условиях, да? Но тем не менее, все вот эта комбинация этих ресурсов позволит им сделать бизнес свой устойчивый. Устойчивые – это значит, они будут, не будут постоянно зависеть от донора. Будут производить услуги, товары. Для чего? Для того же, чтобы в целом решать вопросы социальные наши.